Следующий участник тоже наш выпускник. Вместе с учащимся СМШ он исполнит хроматический галоп для фортепиано «8 рук» перед солистом. Заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесин, вице-президент Международного благотворительного фонда Юрия Розова Юрий Богданов, выпускник 1990 года. И стипендиаты благотворительного фонда Юрия Розова, учащиеся ЦМШ, Рубен Козик, класс заслуженной артистки России, профессор Наталья Владимировна Друг, Елизавета Караулова, класс заслуженного деятеля искусства Татарстана Кира Александровна Шашкина и Александр Захаров, класс преподавателя Андрея Эдуардовича Жаворонка. Пожалуйста.